Как сообщили ГИБДД, сегодня, 16 июня, в 8:30 утра, молодой мужчина 1994 года рождения на мотоцикле «Дукати» двигался по улице Ленина в сторону Горького. В пути следования у дома номер 56 по неустановленным пока причинам совершил опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель в возрасте 26 лет погиб на месте происшествия. В настоящее время сотрудниками полиции ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел в районе универмага. На момент нашего прибытия водитель и его мотоцикл лежали на расстоянии около 50 метров друг от друга. По предварительной версии госавтоинспекции, причина ДТП – нарушение скоростного режима. Личность погибшего мотоциклиста установлена – это житель Бердска, а транспортное средство зарегистрировано в Кемеровской области. Также в базе данных ГИБДД зафиксировано, что у погибшего отсутствует право управления мотоциклом. В течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.